Вот эти вот твои фермерские прогулки, когда ты говоришь, что ты с весом пробегаешь, прошагиваешь всю эту дистанцию даже быстрее, чем без него. Да, так но выходит. Но все равно это же непривычная для тебя история. Я 17 лет впервые выступил по стронгу, и уже тогда мне фермер хорошо давался. То есть я чувствовал, что мне и спорт это нравится, как стронгмен. И что эти эмоции совсем другое ощущение на соревнованиях. Поддержка, зрители, совсем все по-другому. Вот, многие говорят, что не смогу быстро бегать с весами, то есть я их буду носить, но не быстро. Посмотрим, в принципе, уже было 4 старта там с весом, ну это небольшой считается для тяжей, там 125-130 килограмм, 20 метров за 7 секунд. Ну нормально, я так без веса не пробежу. Разные варианты. Поработаем. Андрей, штангу не видел? Не. Легко. Я как-то смотрел, ты или писал, или говорил, что хочешь поменять немножко подход к штанге, что вот сейчас ты сразу же берешься и тянешь, что еще когда в IP я выступал, говорил, что хочешь покрепче браться и уже потом тянуть. Как с этим сейчас обстоит? Я попробовал где-то 3 недели в таком стиле. Мне не сильно заходит это. То есть на взрыве, когда я больше концентрируюсь на подходе и могу на взрыве дать хороший результат. Когда в лямках совсем другое, то же самое у меня будет. Реакция организма была на нагрузку. Вот. Никаких там воспалительных процессов в связках, сухожильных, менисках не было. У меня 2-3 раза в неделю растяжка, УФП. Отрабатывание там на стабилизацию, на баланс, на упражнения. Вот. И, в принципе, хорошо себя чувствую. Бани, капельницы для восстановления. И все хорошо.